року через пандемію люди не змогли побачитись з родичами, друзями, обійнятись і, можливо, досхочу помилуватись краєвидами. Страх та паніка повсюди. І як же впоратись з тим усім, що з нами зараз відбувається? Саме з цим питанням ми звернулись до Дмитра Соломатіна, психолога і психотерапевта. Дуже рада бачити вас, Дмитро, сьогодні в нашій студії. І я знаю, що у вас є родина, з якою ви спілкуєтесь і знаєте, як же впоратись з тою чи іншою ситуацією. Окрім того, що ваші професійні здібності, то само собою, а ще і ви на практиці все це кожного дня бачите і проводите з людьми бесіди. Так? З приводу страхів і з приводу того, як же страх може впливати на наше життя. Насправді це дуже серйозно. І якщо ми вже охоплені страхом, панікою, то дуже важко вийти з такого стану. Як зрозуміти, що ось той страх, який є, він серйозний і він може нам зашкодити? Я думаю, определить просто. Тобто, якщо цей страх вас обездвіжує повністю, тобто, дуже сильно впливає на вашу життя, сковує, буває, сковує дихання, рухання, то есть достаточно сильно вас начинает ограничивать или доставлять очень такой серьезный дискомфорт. И вот уже тогда хорошо бы как-то присмотреться, что такое-то происходит, что меня так сильно напугало. Угу. Вот. И тогда с этим думать, что делать. Так, ну ми приглянули, наприклад, придивилися, побачили, що насправді щось таке відбувається, бо страх сам по собі не може з'являтися, і паніка також. Ми боїмося захворіти, ми боїмося, аби захворіли би наші близькі, родичі, діти, батьки. Все це є. Окрім того, що страх такий, і ще і є інші різні страхи, наприклад, обмеження пересування. Так? Коли ми не можемо виходити спокійно, вільно на вулицю, коли ми не можемо спілкуватися, ми потрапились у незручні для нас такі рамки, коли не було раніше такого, а зараз все це є. І тут зрозуміло, що тут відбувається з нами. Але чи можуть усі впоратись? Дуже багато зараз випадків дітей, які шкільного віку, наприклад, так, які не хочуть вчити уроки. Ну, от є таке. Їм і раніше не хотілося, а зараз просто батьки скаржаться. І дуже багато видно цього в соціальних мережах, коли такий шквал цього всього відбувається. Це ж не просто так. Тобто немає таких регулярних занять і так, все в такому дискомфорті, в дисбалансі. Як збалансувати себе і вийти на нормальний рівень, при тому, що зараз така ситуація є? В первую очередь, наверное, понять, что вот сейчас есть такие условия. Это такое ограничение. Ничего ты с этим не сделаешь, если, скажем так, ты намерен придерживаться этих рамок, законов. Проблема в том, что это же непривычная ситуация. То есть мы в такой еще не были. И какое-то время человеку придется привыкать к новым условиям. И это такое время реорганизации себя. То есть смириться сначала с тем, что не с чем тут воевать. Да? Здесь это только принять надо постепенно. А вот чтобы принять, конечно, бывают сложности. Если человек не привык к ограничениям, если он боится там какого-то замкнутого пространства, в том числе и психологического, здесь надо уже так смотреть и разбираться с собой. На что я все-таки могу опереться? На кого я могу опереться? Как мне прийти в норму? Посмотреть, а что меня так в этом вышибает-то? Чего, с чем, собственно, не могу справиться. И насколько реально опасно то, с чем я вот так вот воюю внутри себя. Люди приходять, наприклад, з вулиці, починають мити руки, мити взуття, мити підлогу, мити оце все. Тобто якийсь час іще трималися. А потім починають вже руки пекти, вже нерви здають. От, що робити? Справді, це ж коли це все довго. Навіть такий маленький, маленький приклад. Я вже не говорю про ті великі, коли діти і дорослі люди всі поруч, всі разом, і а піти нема куди. Тобто ти сидиш разом з ними добою, одною, другою, третьою, п'ятою, десятою, і вже розумієш, що все. Когда возникают такие напряжения, проблемы, сложности, когда вместе находишься, в общем-то, о чем это говорит? О том, что и до этого что-то было, но не все ты видел. И в таких ситуациях хорошо так вот увидеть, ага, а с чем мне сложно? Например,
там, ну, посмотреть на себя и отдать себе как-то отчет. Ага, я как-то нетерпеливый, я вот здесь вот с этим не могу справиться, я не знаю, что делать с моим раздражением. Там, вместо того, чтобы что-то сделать со своей злостью из-за ограничений, я там кричу на детей. Ну, окей, то есть это вот можно много о себе увидеть и, может быть, наконец-то взять ответственность за то, чтобы с этим что-то делать. Не кричать. Не кричать, да, с собой договориться, а что это я вообще, да, а какие мне есть еще варианты. Так, а дети не слухаются. А дети не... Что с ними робити? Ну, если дети не слушаются в этом, да, они не слушали, скорее всего, и до этого. Ну, тоді якось ще можна було вирішити, дитина пішла на заняття, наприклад, ти на роботу, і все. Ну, якось вирішилось. Ну да, ну это вопрос такой уже творчества какого-то. Как ты умеешь своих детей занять? Вот наша дочка, например, сначала, вот она сейчас ей 10, почти 11, на начале вот этого онлайн-обучения, она, в общем, говорит, хотела, говорит, я хочу взорвать школу там. Ну просто ей это бесило страшно. Через 2-3 дня привыкла, ну поддержали ее, где-то успокоили, сказали, ну вот так. Ну, как-то вошли в ее положение. А потом раз через 3 дні ей уже нравится. Потому что ходить в школу не надо, свободное время. А тоді ж, так, а тоді ж виникне інша проблема, коли треба вже йти, а не хочеться. Да. А вот потом будем по мере поступления решать другой вопрос. То есть это сейчас ситуация новая, много неопределенностей, непоняток таких. Да, под это нужно подстраиваться, менять свою структуру, договариваться с собой. Ну, вот ничего не поделаешь. Вот 2-3 месяца там будет так. А потом нужно будет уже к новому. Дмитро, а насправді кажуть, що такі ситуації, особливо коли є серйозний стрес і ви бачите в родині своїй непорозуміння, то не все так просто. Значить, були іще і до того якісь ситуації, які виводили вас з колії, які, можливо, давали вам можливість зрозуміти, чи та людина біля вас, чи, можливо, якось треба домовитись або навпаки розійтись. Тобто, насправді, ця ситуація може показати істину. Да, это ж ведь такой концентрат жизни. Вот. И тут ты мог куда-то там сбежать на работу, еще куда-то, здесь никуда не сбежишь. И, конечно, вылазит все, что там пряталось, все напряжения, которые, ну, были такими хроническими, начинают обостряться. И это не говорит о том, что там виноват карантин. Нет, просто во многие вещи человек не смотрел, как-то их игнорировал. А теперь вот ты лицом к лицу, и тогда уже выбирай, решай, что тебе делать. Да, может быть, наконец-то появится какой-то взгляд адекватный уже на себя, на человека, с которым ты рядом. Ну, из этого взгляда уже думай. Чого тобі? А насправді, ви ж теж займаєтесь такими питаннями, ви врегульовуєте стосунки. Чи зараз є загострення ситуації між близькими людьми? Ну, на нашій роботі не слишком цей питання відразився. Как бы, як приходили різні люди, так і приходять. Онлайн много работы сейчас. Ну, какие-то мои коллеги говорят, и знакомые тоже, что и разводы как-то так... Частейше мы стали так? Люди не вытримывают? Не справляются, да. Потому что, ну, если нет навыков необходимых строить отношения, то в кризисной ситуации, как правило, они... До речі, так добре, що ви ось про це зараз сказали. Треба навчитися будувати стосунки. Що це таке? З чого треба починати і, ну, будувати? Звісно ж, ми з самого народження, з дитинства, ми розуміємо, що нам якось треба контактувати з людиною. Але навчитись робити це так, щоб було комфортно для обох, це не всім під силу. Ну, так. Да. Ну, щоб почати навчатися будувати стосунки з іншим людином, добре б почати з того, щоб будувати стосунки з собою. А, в общем-то, стосунки з собою, з іншим людином, вони... начинается с интереса, с энергии интереса. Если у тебя нет интереса к этому, узнать себя, узнать своего партнера, о чем-то спросить себя, о чем-то спросить его, то, в общем-то, ничего не появится. А як це немає інтересу до себе? Ну, я просто не розумію, як людині можна бути нецікаво. Ну, так, процентов 70 людей живут, в общем-то, в таком режимі.
есть интерес к каким-то поверхностным моментам, там, к своему какому-то здоровью, к своему внешнему виду, еще к каким-то, к работе, но к своему внутреннему миру и к своим механизмам, как я строю отношения с собой, да, почему я сейчас реагирую так, а не иначе. А меня устраивает моя такая реакция сейчас, что я там чуть не вышиб мозги кому-то, да, вот, словесно. Или не устраивает. Хорошо, если не устраивает, а чего это? Что такое меня сейчас тронуло? Там, что за боль? Что на меня повлияло? А подходит, ну, такий мне... самоанализ, так? Це да. Людина починає копатися в наблюдение, собі, шукати... Интерес, наблюдение, вопросы к себе, самоанализ. Ну, то есть... ну, це допомагає людині зрозуміти себе, зрозуміти те, що вона робить, для чого, які емоції її зараз охоплюють, і чи може вона побудувати себе іншу, так? Чи нам треба це робити? Чи нам потрібно будувати себе, регулювати? І адже сьогодні можуть бути такі вимоги, а завтра вони зміняться, і вимоги суспільства можуть змінитися. Ну, могут, но нам по большей части нужно научиться еще себя принимать какими-то такие, какие мы есть там внутри, потому что ищите, так. Да, потому что часто моментов до себя. Да, ну много, потому что часто то, что мы выдаем вовне, это, ну скажем так, не мы настоящие, да, это реакция на непринятие того, что есть у нас внутри. И тогда будет вовне там раздражение, агрессия и всякое-всякое. Это какие-то защиты. И большинство людей живут в таких неосознаваемых защитах. Да? И все вот эти вот там серьезные конфликты, обиды, раздражение, резкость – это защита. Да? То есть человек не очень знает, как ему переживать какие-то определенные чувства рядом с другим, что ему делать с собой. Ну, есть то, что он взял из родительской семьи, видел, как делали родители, или как он, как ребенок, отвечал, и он этим пользуется. А нового не строит. Так, тем більше, що те, що колись використовували батьки, вже може не підходити для нас, конечно. Тому що ми живемо зараз зовсім в іншому світі і користуємось різними правилами. З приводу того, що може заспокоїти людину швидко, от хотіла звернутися до вас з таким питанням і з пропозицією показати, як це робиться. Чи є такі правила, чи є, можливо, не знаю, зробити, там, не знаю, можна зараз порахувати до 10, я не знаю, там, ну, що можна зробити для того, щоб швидко заспокоїти? Зависить від чоловіка. От, наприклад, моя жена як-то десь там місяць назад, дві тижні назад, забегает и говорит: Дима, ой, ой, что-то там все пропало, там как-то, ну, вот, когда вот такой пик был паники, говорит, что-то мне как-то так вот тоже так тревожно. Я на нее смотрю, говорю, ну, вы же чем тебе помочь? Психотерапевт. Говорю, я тебя слышу, да, чем тебе помочь? Она подумала, слушай, скажи, что у нас есть с тобой, ну, 2 миллиона долларов, и мы там собираемся куда-то там путешествие какое-то. Я говорю, дорогая, у нас с тобой 2 миллиона долларов, да, мы завтра едем туда-то. Она так, фух, клас, спасибо. А і мені все. Б таке не підійшло. Я б зразу сказала, давай мені чемодан, я подивлюся. Да. Бо... І ось здесь вопрос, як пара може знайти такий общий язик, да, наскільки себе знають. Тобто в даному випадку помог юмор. Вот, и наши какие-то такие хорошие отношения. А иногда поможет дыхание. И, например, если слишком страшно, слишком непонятно, что делать. Но, правда, можно сделать такую маленькую медитацию. Например, закрыть глаза, немножко подышать, где-то секунд 20. Да? Вот. А дыхать и... як? Швидко? Чи не дуже? Ні, нормально. Просто нормально, да, естественно, дыхати. Да. А потом посмотреть, вот какой я сейчас. Представить себе, вот я сейчас, например, если я там нахожусь там в страхе, ну, я, может быть, какой-то немножко съежившийся, немножко там какой-то... Треба розрівнятися, я вже зрозуміла. А, ні, это потом. Це представил себя, да? А потом представить образ того себя, который бы с этой ситуацией справился классным образом. Какой бы это был я? Какой бы это был образ, да? На что он похож, на кого он похож, и что у него есть, какие ресурсы, что ему помогает выдерживать эту ситуацию, что ему помогает находить выход. А потом побыть этим человеком и представить себя. Я сейчас этот человек, какие у меня есть ресурсы. И сказать себе, вот тому, который сейчас... То есть дать ему какой-то совет, пару советов. Да? И посмотреть, какие шаги мне нужно сделать, чтобы прийти к тому себе, который с этим всем может справиться. А потом вообще-то понять, что вот все то, что я представил себе про того крутого товарища, этого мне уже есть.
Просто ага. я, може бути, а про чому це... так? А чому так? Це ми, виходить, що можемо уявити собі таких крутих, і ми можемо ними бути, так? Так. Ничего просто себе. Вопрос в том, что когда вот такой паника, страх, человек очень сильно обесценивает свои ресурсы. Он забывает весь свой опыт, он забывает, что он какие-то ситуации уже решал, что что-то у него есть, какие-то есть опоры. И вот хорошо бы в этот момент все это вспомнить. Только надо вспомнить, что это нужно вспомнить, ну, и себе присвоить. Ну и, конечно же, там, попросить поддержки у других людей, которые, может быть, более устойчивы в этой ситуации. Ну, я так сподіваюся, що так воно все й буде. І хочеться, знаєте, нас очікує велике таке свято, так, Великодень. Хочеться, щоб всі люди мали рівновагу, щоб навіть знаходячись от зараз в такій ситуації, щоб ми всі розуміли, що все буде добре. Що ми знайдемо себе і будемо далі вже спілкуватися з нашими рідними, з нашими близькими, що життя, воно продовжується, воно є, воно чудове, треба тільки вийти, побачити, яким воно може бути. Інші. Да, и сегодняшняя ситуация – это классная возможность многое переосмыслить, найти в себе то, что ты потерял, увидеть, что тебе важно, а что не важно, переформатировать какие-то свои цели, понять, что вот как прежде, в общем-то, возможно, уже не будет. Найти какие-то точки опоры внутри себя, чему-то обучиться, что-то новое сделать. Класс! Уже после карантина, да, будет все равно как-то по-другому. І к этому хорошо би вийти уже каким-то підготовленим, да, обновленным. Ну, кризис – это кризис, да, это быстрая такая ситуация, которая вынуждает нас принять то, что у нас было до этого, не особо уже может работать. Угу. Ну, це все добре, бо ми повинні рухатись вперед. Так. І якщо є для цього усі можливості, то треба нам скористатися цими можливостями і йти вперед, незважаючи ні на що. Я вам дуже дякую, Дмитро, що прийшли сьогодні до нашої студії. Я так сподіваюся, що людям, які нас дивилися, ці всі поради були корисними, вони скористаються, вони закриють очі і можуть собі уявити себе іншого і рухатись вперед далі. Да, да. Кризис – це класна допомога. Якщо ти не робив чогось для себе, от тобі допомога. Ну що ж, будемо всі здоровими, так? Да. І сподіваємося, що зустрінемося ще з вами вже наступного тижня. До побачення.